Люся, ну нет у меня денег, где я тебя возьму? Займи Веронике Павловне. Ну скажи, я в зарплату отдам. Или позже. Спасите, помогите, сделайте что-нибудь. Извини, я тебе перезвоню, занят. Что-нибудь сделайте, спасите, помогите. Для начала я вас поздравляю. С чем? С законным вступлением в брак. Да не было никакого брака. Он сбежал, понимаете? Он сбежал. Кто сбежал? Кто-кто? Жених мой сбежал, он пропал. При каких обстоятельствах, как пропал? Свидетели есть? Есть, но они все пьяные. Так может его по ошибке вместо вас украли, а? Да нет, нет, я не знаю. Получается, просто сбежал? Да, сбежал и все. Так, нет, подождите, так... Секундочку, гражданка, сейчас. Не надо сразу предполагать самое страшное. Но может у него есть уважительная причина. Какая? Может его сбила машина. А что вы говорите? Стоп. Хотите я проверю сейчас? Да. Сводки. Алло. А, Коля, дай мне майора Гуськова. Паш, это Уткин. Слушай, у нас за последнее время ДТП были? Наезды были? Да на пешеходов наезды, Паша. Да смотри, а приметы какие-то особые? Черный костюм. Ну это не примета, все покойники в черном. А, стоп, шучу. Особые приметы есть? У него была родинка там. Слышь, Вась, заявительница говорит, что у него была родинка там. Как, у него там вообще нет? Давай, я перезвоню. Да подождите вы, тихо. Будем разбираться, в конце концов. Я сейчас вызову ваше начальство, он вырез-то разберется. Да разберемся мы сейчас. Сейчас все решим. Успокойтесь. Паша, неси картотеку. Сейчас что-нибудь сделаем. Давай, значит так, сразу... Оставьте его в покое, он при исполнении. Оставьте в покое. Значит, он у вас рыжий, он у вас... Блондин! Блондин, значит, этих убираем. Значит, приводы судимости были? Нет! Этих убираем. Значит, образование? Выше. У нас все клиенты с высшим образованием. Так, погоняло. А? Ну, кличка, прозвище у него есть? Что это? Как вы его называете? Кукусик. Да, кукусик. Вот это уже точная улика и примета. Это я даже сейчас гляну на букву К. Ну точно. Покажите. Вот он. Кукусик. Кукусик. Ваш? Вижу, что ваш. Щукарин Юрий Васильевич, 75-го года рождения, значит, рецидивист, вор, убийца, грабитель. Что? Шучу. Не вор, не убийца и не рецидивист, не грабитель. Обычный брачный аферист. Когда произошло убийство? Значит, убийство произошло 3 часа назад, 49 минут. Какие преступления? Да никаких мотивов. Бытовая пьянка. Двое мужиков отмечали день рождения, не поделили ящик водки. Ага. А водка осталась? Осталась. Так неси. Зачем? Проведем следственный эксперимент. Новый метод у вас. Ух ты! Давай. Есть! Восстанавливать будем цепь событий? Конечно. Только у меня, знаете, у меня вот одна закавыка. Я-то не пью. Держи. Мне нельзя. Проведем следственный эксперимент. У меня язва. Давай. Ну, есть. Ты что, убить меня хочешь? Не понял. А закуска где? Их не было закуски.
Ну как мы проводим следственный эксперимент? У меня есть огурец в портфеле. Нести? Конечно. Есть. Быстрее. Так точно. Чистый. Давай. Я не могу больше. Я не доведу эксперимент до конца. Давай, тебе скажу. Не могу я. Пей. Товарищ старший криминалист. Понял. Газ, может, кончился в зажигалке, не раскурится. Вызывай криминалистов с района. Что сказать? Скажи, что преступники убили друг друга, а потом выпили ящик водки. Есть.